наши друзья Катюша и Димочка. Мы сегодня выехали на пикник вот на природу, в лесочек. Привет. Ам-ам-ам-ам. Что, смотри, что я нашел. Ягодка, да? Да, клубничка. Вот, смотрите, что я принес нашей Катюше. Сейчас мы будем изучать наших любимых животных. Привет. Смотри, это же целый зоопарк в одной картинке. Открывай. А вот наклейки. В общем, эти наклейки можно наклеивать куда угодно. Можно даже их использовать на стены или на холодильник. А тут смотрите, какая классная картина. Тут целый зоопарк. Животных можно располагать, куда мы захотим. Так у нас будет развиваться фантазия. Что, Катюша, у нас там уже получается? Вы меня накормите, детишки мои? Ам, Катя, ты любишь баклажанчик, да? А я люблю апельсинку и морковку. Дима там играет в карту с животными. А Катя любит клубничку.